сейчас самое время, знаешь, для чего? Всем привет. Мы ведем репортаж непосредственно с боевых действий. Да, это 11-й выпуск «Секатор-шоу». Здравствуйте, дорогие товарищи, постоянные зрители и гости моего канала. Я рад вас всех видеть и традиционно хочу поблагодарить за то, что из тысяч, миллионов других каналов выбрали именно мой. Это меня очень сильно мотивирует. Мне это приятно и, как я уже сказал, это 11-й выпуск «Секатор-шоу». Видео сегодня рассчитано в основном на друзей. Вот, максимально лайтовое. Несколько человек буквально собрались, побегали, постреляли. Поэтому, если вы ждете какого-то шона максимального, то лучше вам это видео не смотреть, перейти на канал и выбрать что-нибудь более динамичное. Вот. Ну а для тех, кто остался, огромное спасибо. Ставьте ваши пальцы, пишите комментарии и надеюсь, что в ближайшее время нам удастся собраться большим количеством людей. Все, больше мне тут добавить нечего, просто смотрите. Хорошего вам настроения и до новых встреч. Thank you.
Нет! Есть? Чего? Не в этом кармане? По часовой? Да, за крюки. Я думаю, что за хуйня, у меня воздух. Пушков, ты где? Бешеный, ты где? А почему я должен выполнять твои приказы? Ты как нейтральное лицо. А. Это как волк ёжика поймал, блядь, крутит его, чтоб натянуть. Смотрит, блядь, ну хоть бы пёрнул для ориентировки. Это уже похоже. Ну, я тебе скажу, Бушков пердеть не будет для ориентировки.